Biz Aksiyip'ten bulabilirsiniz. İsmi Aramiç. Hare Hare Krishna. Are you the translator? I can translate if there is no translator. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my Hare humble obeisances. Krishna. Hare Krishna. My humble abode. What verse are we on? 2.1.16. 2-1. 16. To 116. Yes. 16. Okay. Are you going to translate? Yes. Yes, oh, sorry. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, First Step in God Realization, text number 16. Мы читаем Самад Бхагава, там песня вторая, глава первая, текст 16. Грехат прабраджито дира Пуньятита джалаплута Сучо вивикта асино Видеват каупитасане Грехат праврачито дира пуньятирта джалаплута Сучо вивикта асино Видеват каупитасане. Okay, you can read the translation. Перевод. Человек должен уйти из дома и приступить к обузданию своих чувств. Поселившись в святом месте, необходимо регулярно совершать омовение и сидеть в одиночестве на освященном по всем правилам сиденье. Комментарий. Чтобы как следует подготовиться к следующей жизни, необходимо оставить свой так называемый дом. Система Варнашрамадхармы, Санатанадхармы, предписывает человеку порвать семейные узы как можно раньше, сразу по достижении 50 лет. Современная цивилизация построена на семейном уюте и всевозможных удобствах, поэтому каждый рассчитывает, что удалившись от дел, спокойно заживет в хорошо обставленном доме, окружив себя прекрасными женщинами и детьми, и не допускает и мысли о том, чтобы покинуть свой уютный дом. Высокие правительственные чиновники и министры до самой смерти держатся за свои высокооплачиваемые должности, даже не помышляя о том, чтобы отказаться от семейного уюта. Находясь в плену собственных иллюзий, материалисты строят всевозможные планы, чтобы окружить себя еще большим комфортом, но беспощадная смерть, не спрашивая их согласия, внезапно обрывает жизнь этих прожекторов, заставляя их оставить нынешнее тело и получить следующее. Так, в соответствии с плодами своей деятельности, эти прожекторы получают новое тело, принадлежащее к одному из 8 400 000 видов жизни. Как правило, те, кто слишком привязан к семейному уюту, из-за грехов, совершенных ими в течение долгой и порочной жизни, получают в следующей жизни тела низших форм. Так они напрасно растрачивают энергию человеческой жизни. Чтобы избежать этой опасности и не привязаться к иллюзорным вещам, человек в возрасте 50 лет или даже раньше должен задуматься над тем, что когда-нибудь ему придется умереть. Строго говоря, смерть предупреждает о себе задолго до того, как человек достигает 50 лет. Поэтому в любом возрасте необходимо готовить к себя к следующей, лучшей жизни. Общество Санатана Дхармы организовано таким образом, что тот, кто следует его законам,
готовится к следующей жизни и практически лишен возможности прожить человеческую жизнь впустую. Святые места во всем мире предназначены для того, чтобы удалившиеся от дел люди могли поселиться там и подготовить себя к следующей жизни. Поэтому, достигнув 50-летнего возраста, разумные люди должны отправиться в какое-нибудь святое место и посвятить остаток своих дней духовному возрождению, освободившись от всех семейных привязанностей, которые называют оковами материальной жизни. Чтобы избавиться от материальных привязанностей, необходимо покинуть дом. Тот, кто до самой смерти живет в кругу семьи, никогда не избавится от материальных привязанностей, а сохраняя их, он не сможет обрести духовную свободу. Однако мало просто оставить свой дом и законно или незаконно завести другой в святом месте. Многие, оставив свои дома, отправляются в святые места, но из-за дурного общения снова заводят семьи, вступая в незаконную связь с представительницами противоположного пола. Иллюзорная материальная энергия настолько сильна, что человек может впасть в иллюзию в любом возрасте, даже после того, как ушел из своей благополучной семьи. Вот почему так важно научиться управлять своими чувствами, соблюдая обет безбрачия и полностью избавившись от сексуальных желаний. Для того, кто хочет улучшить условия своего существования, наслаждение сексом равносильно самоубийству или даже хуже того. Поэтому уйти из дома необходимо прежде всего для того, чтобы научиться укрощать свои желания, особенно сексуальные. Для этого нужно устроиться на освященном по всем правилам сидении из соломы, покрытом шкурой оленя и тканью, и без оскорблений повторять святое имя Господа, описанным выше способом. Все это необходимо только для того, чтобы отвлечь ум от материальной деятельности и сосредоточить его на лотосных стопах Господа. Этот метод прост, и только он способен возвести человека на самый высокий духовный уровень. Okay. Just give me another minute to read. Гуру Махарадж попросил минутку прочитать комментарий. Om Jnana Timurangasya Jananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhupayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sukadeva Goswami is giving very important instructions to Maharaj Parikshit about how he should prepare himself for departing from the world. Шукадева Госвами здесь дает Махараджу Парикшиту очень важные наставления о том, как ему подготовиться к уходу из этого мира. There's a lot of important instructions given in this verse and purport. В этом стихе и комментарии дано много очень важных наставлений. So first point which comes up is that one should leave home, that later on in life, in fact, the Vedas say from the age of 50, if not earlier, one should develop detachment from the home. И первым пунктом здесь упоминается то, что нужно уйти из дома. В ведических писаниях говорится, что на определенном отрезке жизни, по факту это в 50 лет или даже раньше, необходимо развить в себе отрешенность от семейной жизни. Шрила
Srila Prabhupada describes it as so-called home. In other words, what we think is a home is actually not our real home. Шрила Прабхупада здесь говорит оставить свой так называемый дом, потому что то, что мы называем своим домом, на самом деле не является нашим домом. So the Vedic injunction, the Vedas say, Panchasur Bhambanam Brajit, from the age of 50, one must detach oneself from the home, and actually, Vedas say one should go and live in the forest. Поэтому в Ведах говорится, что в возрасте 50 лет нужно отречься от семейной жизни и уйти в лес. Now, to go and live in the forest in this age is not really possible. But Srila Prabhupada says the Krishna consciousness movement has centers, and the centers are meant to accommodate people who are preparing, who are detaching themselves from material life. Конечно, в этот век не всегда проживание в лесу представляется возможным, но Шрила Прабхупада говорил, что в нашем обществе сознание Кришны действуют центры сознания Кришны, которые как раз призваны собирать людей, которым необходимо развить в себе отрешенность от домашней жизни. We heard earlier in the first canto about Dhritarashtra, how Dhritarashtra was living in the palace at Hastinapur. Even in his old age, he was living with his enemies, the Pandavas, and he was eating the remnants of Bhima. В первой песне мы читали о том, как царю Дритараштре нужно было оставить свой дом, поскольку даже в престарелом возрасте он продолжал жить дома, и при этом он жил в доме своих врагов, пандавов, и питался остатками пищи от Бхимы. Bhima was the one who had killed all the sons of Dhritarashtra, but still Dhritarashtra was living there, and he was not even feeling ashamed, although he should have been, to be living there and eating their food. Бхима был тем человеком, который убил всех сыновей Дритараштры. Дритараштра продолжал жить в их доме и, мало того, не испытывал никакого стыда по этому поводу и принимал от них пищу. Of course, Dhritarashtra was fortunate that his brother Vidura had come there, and Vidura was able to convince Dhritarashtra to get out from the home. И на счастье Дритараштры к нему пришел его брат Видура и убедил его в необходимости оставить домашнюю жизнь. And so Srila Prabhupada says, in those days there was only one Dhritarashtra. But today you find a Dhritarashtra in almost every home. И Шрила Прабхупада говорит, что в те времена был всего один Дритараштра, но в нынешнее время мы можем видеть, что в каждом практически доме живет такой Дритараштра. So there's a great need for people to be like Vidura, to go and enlighten these people and encourage them to get out from the home. И поэтому нам необходимы такие люди, как Видура, которые смогут просветить этих людей и объяснить им необходимость отречься от дома. To simply live a comfortable life until the end of life, it is not a very suitable way to die. Просто жить комфортную жизнь до самого конца жизни — это не самый подходящий способ завершить эту жизнь. And if somebody dies in that kind of manner, then they will not achieve, they cannot expect a good destiny in their next life. Потому что если человек оставляет тело в таких условиях, он не может рассчитывать на благоприятное рождение в следующей жизни.
So Srila Prabhupada talks about the holy places, that they're meant for people to retire, to go and live there. И Шрила Прабхупада упоминает о том, что святые места предназначены для того, чтобы люди в конце жизни могли удалиться в них и жить там. But Srila Prabhupada then talks, so he said, one should not just give up one home and then go and make another home in the holy place. Но дальше Шрила Прабхупада говорит, что человек не должен оставить свой дом и затем завести другой дом уже в святом месте. Going to the holy place means we should want to cultivate the mood of detachment from material conditions. Если мы удаляемся в святое место, то мы делаем это с целью отречься от материальных условий. And especially we're warned about the association with the opposite sex, that can be suicidal for people who are trying to achieve transcendental realization. И особенно нас предупреждает об опасности общения с противоположным полом, поскольку на пути трансцендентного самоосознания это равно, может быть равно самоубийству. So, we sometimes notice people retire from family life and they go off to live in a holy place, but again, somehow they become entangled, become involved with the other sex. И наблюдается иногда такая ситуация, что человек отрекся от мира, отрекся от своей семьи, отправился в святое место, но там вновь оказался в отношениях с противоположным полом. So one has to be very careful in going to the holy place. One has to cultivate the mood of detachment, and that mood of detachment means we have to become attached to Lord Krishna. We have to become attached to thinking and serving Krishna. И поэтому перед тем, как отправиться в святое место, человек должен быть максимально внимательным и развить в себе отрешенность. И параллельно с этим следует развивать в себе привязанность к Кришне. So it's important that one can engage oneself, take up full, one has to become fully engaged and some kind of service for the pleasure of Krishna and take advantage of the association of devotees. И для этого человеку нужно полностью вовлечь себя в преданное служение для удовольствия Кришны и воспользоваться теми благоприятными возможностями, которые дает общение с преданными. So Sukadeva Goswami recommends to Maharaj Parikshit that he should find a sitting place and he should be able to sit there and control his mind. И Шукадева Госвами говорит, что необходимо сидеть в одиночестве на освященном по всем правилам сиденье. He mentions first, he says, one should bathe regularly. So bathing regularly is a part of purifying our consciousness and fixing our mind. И также он здесь упоминает, что нужно регулярно совершать омовение, и таким образом регулярное омовение это важная часть очищения нашего сознания и сосредоточение нашего ума. Это то, что помогает. The consciousness can be awakened just by taking bath regularly. Consciousness can be awakened. Yes. То есть мы можем пробудить свое сознание просто благодаря регулярному омовению. Because
ordinary people, they may be in the holy place and they may simply be sleeping in ignorance. Потому что обычные люди, попав в святое место, могут просто спать и пребывать в невежестве. But when you go take bath in the holy river or in the holy lake or the Kunda, then immediately you'll become awakened and enlivened. Но если вы пойдете и совершите омовение в святой реке или в святом озере, вы моментально проснетесь и вас наполнит жизнь. So it said the brahmachari will bathe once a day, grihastha should bathe twice a day, and sannyasis should bathe three times a day. Говорится, что брахмачари должны совершать омовение один раз в день, грихасхи два раза в день, а саньяси должны омываться три раза в день. Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he was living in Jagannath Puri, he would go to the sea three times a day and bathe. Господь Чайтанья, когда жил в Джаганатхапуре, три раза в день ходил к океану и совершал омовение. And you can read in the Kapila, the teachings of Lord Kapila, how Devahuti, after her son gave her instructions, Devahuti was bathing the same way three times a day in a holy place. В учении Господа Капилы мы можем прочитать о том, как Девахути, получив наставление от своего сына Господа Капилы, тоже следовала этому правилу и три раза в день совершала омовение, находясь в святом месте. Raghunath Das Goswami used to bathe three times a day in Radhakund. Raghunatha Das Goswami три раза в день совершал омовение в Радхакунде. So it's a part of the meditation process. It's part of sadhana, in which we control our mind and senses to bathe regularly. Поэтому регулярное омовение — это часть процесса медитации и часть нашей садханы. Now sometimes it may not be possible to bathe. Water may not be available. So at such times one can bathe in the holy name. Иногда мы можем попасть в такую ситуацию, когда совершить омовение физически невозможно, поскольку нет воды, и в этом случае мы можем совершать омовение в святом имени. Yeah, if there's no opportunity to take regular bath, then we have to bathe in the holy name by chanting of the holy name. Если у нас нет возможности физической регулярно совершать омовение, тогда мы должны совершать омовение в звуках святого имени. And then it's mentioned how we should sit down duly sit down in a lonely place which is duly sanctified. И далее упоминается, что мы должны сесть в одиночестве на освященном по всем правилам сиденье. So Prabhupada explains how we must be controlled in our senses. И таким образом Шрила Прабхупада описывает, как мы должны контролировать свои чувства. We cannot live in a holy place without controlling the mind and senses very carefully. Мы не можем жить в святом месте без тщательного и строгого контроля наших чувств и ума. And in order to control the mind and senses, it is essential that we regularly chant a fixed number of rounds of the holy name. А для того, чтобы иметь возможность контролировать свои чувства и ум, нам нужно регулярно воспевать установленное количество святого имени каждый день. And we should also be studying the scriptures and hearing the scriptures in the association of devotees.
И также нам нужно слушать священные писания в обществе преданных. And we have to be very careful in living in a holy place that we keep a strict sadhana. И проживая в святом месте, нам нужно очень строго следить за своей садханой. In fact, wherever we live, whether you're in a holy place or not, we have to keep up our sadhana. Our sadhana is what will keep us in spiritual life. Но на самом деле, где бы мы ни жили, в любом месте нам нужно поддерживать строгую садхану, поскольку она помогает нам удерживаться в духовной жизни. But without doing sadhana, then there's no benefit to living in a holy place. Но если в святом месте вы не занимаетесь садханой, то вы и не получаете блага от проживания там. And without even though you may say, well, I'm not living in a holy place, wherever you're living, it's important to have the consciousness of living in a holy place. Но вы можете сказать, я не проживаю в святом месте. Если вы даже не проживаете в святом месте, вам необходимо сохранять сознание того, что вы находитесь в святом месте. A devotee can make a place holy by his activities. Преданный может любое место сделать святым благодаря своей деятельности. So it's the business of devotees to practice spiritual life regularly we should have a schedule by which we practice our spiritual activities. We should be regulated in our hearing and chanting. Это обязанность преданного отрегулировать свою жизнь так, чтобы в ней было определенное расписание, в котором вы ежедневно слушаете и воспеваете. We have to be strict in our practice, in controlling our mind and senses. And the way in which we can control our mind and senses is by following a regulated program. Мы должны быть строги в своей практике и иметь возможность контролировать свои ум и чувства. А это, в свою очередь, позволяет сделать регулируемую деятельность. Regulated program means waking up early in the morning, taking bath, putting tilak on our body, and then engaging in chanting or in worshiping the Lord. Регулируемая деятельность и регулярные программы — это означает каждый день рано вставать, совершать омовение, наносить тилаку и затем приступать к слушанию и воспеванию. Ideally, we should first chant the holy name and then worship the Lord. В идеале мы должны сначала вычитывать святое имя и затем приступать к поклонению Господу. Someone who is a good pujari will make sure they chant before they engage in the worship of the Lord. Хороший пуджари организовывает себя так, чтобы воспевать перед тем, как он приступает к поклонению. So Krishna consciousness is very scientific. If we follow the process, if we do everything we're supposed to do, we will definitely get the result.
Сознание Кришны — это очень научный процесс. Если мы делаем все, что нам предписано делать, мы обязательно получим результат. And if we deviate from the process, that's when the problems come. А когда мы отклоняемся от этого процесса, вот тогда начинаются проблемы. So Srila Prabhupada taught us everything. He gave us everything we need to know. We just have to follow his teachings. Шрила Прабхупада научил нас всему и дал нам все, что нам нужно знать. Нам просто остается следовать этому процессу, который он нам дал. So here we see Sukadeva Goswami instructing Maharaj Parikshit how to prepare himself for the end of life. И вот здесь мы видим, как Шукадева Госвами наставляет Махараджу Парикшита и объясняет ему, как именно ему следует готовиться к своему уходу из жизни. But we're thinking, well, I'm not at the end of life. I'm okay. My health is good. I'm not going to die yet. That's the illusion. Но мы, читая об этом, думаем, ну, моя жизнь еще не заканчивается. У меня хороший дом, у меня есть семья, и все хорошо. И это большая иллюзия. We do not know when that moment will come, when we have to leave the body. We have to be prepared. Мы не знаем, когда наступит тот момент, когда нам нужно будет оставлять тело. И поэтому мы должны быть готовы. And the preparation is to bring the mind to focus on the lotus feet of the Supreme Lord. А подготовка заключается в том, чтобы сосредоточить свой ум на лотосных стопах Верховного Господа. And of course, death may not come yet. We don't know when it will come. But if we're thinking of the Lord, there's no loss. Да, смерть может не прийти так скоро. Мы не знаем, когда она придет. Но в любом случае размышления о Господе это не мы ничего не потеряем, если будем уже сейчас размышлять о Господе. All right, so we'll ask if there's some questions. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes. Some questions. Есть ли какие-то вопросы? Maharaj, the desire to be accepted in the society of devotees, is it anartha or maybe the case? Is it anartha or what? Or this is, can take place in the in our life? Является ли анартхой желание, чтобы вас приняли в обществе преданных? Быть признанным. Не, а, ой, извините, быть признанным, да. Yeah, one has to be careful about this kind of desires. That it can be material. We may simply like have that desire for it may just simply be for our own sense gratification. So the desires should be in relation to Krishna and Krishna's service. Мы должны внимательно отслеживать подобное желание, поскольку это может быть желание материального чувственного наслаждения, нам необходимо свои желания связывать со служением Господу. Of course, you may have the desire you want to do something to be recognized by devotees. You could say, well, didn't Prabhupada have that kind of desire because he went all the way to America? Alone, he took such a risk.
So he must have had some desire. At the same time, we can understand that Prabhupada's desire was simply for Krishna. It wasn't for his own self. У нас может быть такое чувство, желание, чтобы быть признанным преданными. И мы можем сказать, что у Шрилы Прабхупады тоже было это желание, когда он отправился в Америку совсем один, где его никто не знал, и он взял на себя столько рисков и столько опасностей, и конечно, ему нужно было, чтобы о нем узнали, но мы понимаем, что в его случае это желание было связано исключительно с Кришной. Он хотел этого не для себя, а для Кришны. So everything depends on the attitude which we have. You know, do we want to do this? Is our motive pure? В любом деле мы должны понимать, что движет нами. Это чистое желание или нет? And the motivation will be revealed in the course of time. И с течением времени ваш мотив станет понятен, раскроется. Can I make one more? Like to understand that whether I am successful in my devotional service, like some type of indication, if a devotee is accepting me as a, like they appreciate my service or my personality. So it's like some indication that I have some type of success in my devotional life, not because of my, but this type of mentality, is it, can be, we can check like by the appreciate, the how much appreciation I'm getting, then this is my spiritual life is come in success, come to in. Well, anyway, we have to hear translation. Продублируйте, пожалуйста, на русском. Ну, то есть я имел в виду еще, что можем ли мы думать таким образом, что когда мы получаем признание в обществе преданных, то это будет означать, что как бы моя духовная жизнь она пошла к успеху. То есть я поэтому таким образом вот это признание, оно становится как неким индикатором для меня. Yeah, but the problem comes that you may do something very nice and it may be pleasing to Krishna. But somehow devotees don't appreciate it. So Prabhupada had some problems, like his own god brothers, some of them, they didn't appreciate what he did. Может быть такая ситуация, когда вы что-то делаете ради Кришны, и ему нравится это, он доволен, а преданные не одобряют того, что вы делаете. У Шрилы Прабхупады была такая ситуация, что его духовные братья не одобряли того, что он делает. You may do something, and you may be convinced, you know, that this is something very important, but somehow people don't like it, don't appreciate it. Just like the Pandyas, Pandas in Jagannath Puri, they didn't appreciate that ISKCON was holding Rath Yatra at so many different dates around the year. They said Rath Yatra should only be held on one day in the year.
Может быть такое, что вы уверены в том, что вы делаете, вы уверены в том, что это благоприятно, а люди это не оценивают и не согласны с вами. Как, например, в Джаганатхапуре традиционные пандиты не одобряют того, что преданные ИСККОН проводят Радхаятру по всему миру в разные даты. И таким образом, получается, в течение года много разных радхаятр. Они говорят, что радхаятра должна проводиться один раз вот в определенный день. And because we have radhayatra on so many different dates, the Pandyas, they even got images of Prabhupada and they burned Prabhupada. They burned images of Prabhupada to show their hate and disgust of Prabhupada. For what he did. So they didn't appreciate what he did. И доходит до того, что они так недовольны тем, что проходит Радхаятра в разных уголках мира, проходит в разное время, что они сжигают изображения Шрилы Прабхупады, тем самым показывая свою ненависть и недовольство тем, что он сделал. So to try to please people is very difficult. So a devotee's meditation is to try to please Krishna and Guru. Поэтому это очень сложная задача пытаться удовлетворить всех. И поэтому наша задача это пытаться удовлетворить Кришну и Гуру своей деятельностью. Mm-hmm. Okay. Yes, Maharaj, thank you so much. I have one more question, but maybe after when devotees, after in turn. Okay, some other question. Так, в чате вижу вопрос. Харе Кришна, мои поклоны, примите ваше святейшество. Так, благодарность. Спасибо, что затронули тему поклонения божествам и святого имени. Если божествам поклоняются рано в 4:30 утра, то перед поклонением нужно прочитать свои круги. Your Holiness, please accept my humble obeisances. Thank you for your lecture and your answers. Thank you for rising the topic of worshiping the deities and chanting the holy name. The question is, if the deity worship is taken early in the morning, for example, at 4:30 in the morning, then do we have to finish our rounds before that? No, it's not a rule that you have to finish your rounds before you worship the deity. But it certainly helps if you can chant a bit before you start to worship the deity. Нет, такого строгого правила нет, что перед поклонением нужно вычитать все круги. Но, безусловно, будет очень благоприятно, если вы перед началом поклонения прочитаете хотя бы часть кругов. Sometimes people make the mistake of thinking because they're worshiping the deity, they don't need to chant rounds. So that's very wrong. Есть преданные, которые совершают ошибку, думая, что если они заняты поклонением божествам, то им уже нет необходимости вычитывать круги. И вот это как раз неправильно. Yeah, you have to chant. You do have to chant, because in the course of worshiping the deity, offenses sometimes unknowingly you may make some offenses. So chanting Hare Krishna mantra will help to nullify the reactions of these offenses. Таким образом, если вы поклоняетесь божествам, вам необходимо повторять святое имя, поскольку при поклонении так или иначе незаметно для вас вы можете совершать оскорбление. И воспевание святого имени
оно позволяет нивелировать последствия этих случайно совершенных оскорблений. Окей. Спасибо. Хари Кришна, примите почтительные поклоны. Можно задать вопрос? Спасибо за лекцию. Я хочу узнать, вот сосредоточение на лотосных стопах Господа, это что значит? На знаках на стопах или что-то другое? Please accept my humble obeisances. The question is, what does exactly mean to concentrate on the lotus feet of the Lord? And does it mean that we should concentrate on the signs, on the marks at his feet, or what does it mean? Well, the lotus feet of the Lord, it's a sign of humility, that you're approaching the Lord humbly with the mood of offering service. Сосредоточиться на стопах Господа — это означает быть в смиренном состоянии. Вы обращаетесь к Господу из желания служить Ему. And you're ready to do whatever service is required for the pleasure of the Lord. И вы готовы выполнить любое служение, которое доставит удовольствие Господу. Все, что нужно для того, чтобы удовлетворить Господа. Mm-hmm. Спасибо. Thank you. Так, вот тут вопрос в чате от Александра. Можно я голосом задам? А, да, потому что я читаю, не могу понять, что здесь. Вопрос это вы цитату кинули, да? Предыдущий стих, да. И там в конце комментария Прабхупада пишет, упоминает сатану. Мог бы Махарадж сказать? Мы вчера обсуждали, но как-то до конца ясность у меня не прояснилась. Кавичандра, с вами задавали вопрос. Что это за личность сатана? Почему Прабхупада здесь упоминает его? И какова его иерархия, ну, в общей как бы иерархии живых существ? Какова его функция? И еще вопрос. Если человек служит, ну, как бы удовлетворяет свои чувства, он, получается, сатане служит? Вот много вопросов, я не знаю, можно ли это? Ну, попробуем сейчас. The question is about the purport of the previous verse, and in the end of the purport, Srila Prabhupada mentions Satan. He said, the perfection of such a service attitude is only attained simply by transferring the desire of service from matter to spirit, or from Satan to God. So, what is this personality, Satan, and who is he in the hierarchy of the living entities? And if a person just serves to his own senses, does it mean that he's serving to Satan? Does it mean that he's what? That he is serving of the senses. Satan. Yes, the fact that a person is serving his own senses, does it mean, does it indicate that he is serving Satan? Satan. Well, yes, you could put it that way. Someone serving his senses is not going to get a good result. Можно сказать и так, поскольку в любом случае, когда человек служит своим собственным чувствам, он не придет к хорошему результату. And his question also
was, who is this person? Srila Prabhupada mentions Satan. So, whom does he mean here? Who is this? Well, Satan can mean personification of the material energy, Maya. Здесь может подразумеваться олицетворение материальной энергии, Maya. Satan can be materialistic demons who are opposing the Krishna consciousness movement, who are giving trouble for our devotees. Также под сатаной могут подразумеваться демоничные люди, которые чинят препятствия нашему движению и доставляют неприятности преданным. Demons can be representatives of Satan. Демоны могут быть представителями сатаны. Yeah. Satan is just a Christian term for the non-devotees, for the demons. Сатана — это христианский термин, обозначающий непреданных или демонов. Руки подняты. Раджарани Матаджи, да, первая? Ом Кришна, наверное, нет. Наверное, первый Карпурамаджи. Да, я. Ага. А Гуру Махарадж, примите мои поклоны, примите смиренные, все преданные, слава Шри Прабхупаде. А вопрос хотела задать на прошлой лекции в субботу. Говорили про то, что есть молитвы, да, Шримад Бхагаватам, их было приятно читать. А если, например, какие-то лилы нравятся отдельно вот из Шримад Бхагаватам, из читания Чаритамриты, вот именно лилы не все, а какие-то, вот с ними что делать? Перечитывать, медитировать? Хари Кришна. In the course of previous lecture on Saturday, you mentioned that there are many different prayers in Srimad Bhagavatam and different scriptures, and it is auspicious to chant those prayers. But what if we like some particular lilas from scriptures, not every lila, but just some particular. What can we do with that? Can we, read it from time to time, repeatedly? Read the scriptures? She's talking about some lilas, pastimes. If she likes some particular pastimes from scriptures, so how can we, chant these pastimes? Can we read it again and again, these particular pastimes? Or how can we, maybe memorize or something? Well, yeah, you can read it. Можно читать эти лилы. You want to discuss these things rather than just read them on your own. You may make your own opinions about things. But when you come to discuss an important
Но лучше, чем читать самостоятельно, обсуждать их в обществе других преданных, поскольку когда вы читаете самостоятельно, вы можете дать какие-то собственные толкования происходящему. И поэтому очень важно читать их и обсуждать с преданными. Просто понравившуюся лилу, просто сказать, давайте преданный маточ, да, возьмем, почитаем, и мы читаем, да, как включить Кришна карту, да, как нашу. So should we organize Krishna Katha in that way? So we propose devotees to read these lilas together. Yes. But not just read them, but discuss them and explain them. Но не просто читать, а обсуждать и объяснять. Гуру Махарадж, Хари Кришна. Yes. Is it my turn again? I'm sorry. Where are we? Am I supposed to answer a question or what? Can we go up to the next question? Yeah. Дальше Ювати Шачи Матаджи. Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Вот у меня такой вопрос. Преданные говорили как-то, что вот во время праздников, например, на Гаура Пурниму, они были настолько заняты в те дни, что воспевали всего по 4 круга махамантры в день, потому что у них не было времени. И вот как Махарадж может прокомментировать такую ситуацию? Это вообще правильно и возможно ли такое? So, Hare Krishna, dear Guru Maharaj, Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, one time devotees said me that during the festivals they were so busy with service that they chanted only 4 rounds of the Maha Mantra a day, as they did not have time. How would Guru Maharaj comment on such a situation? Is this correct, and is it even possible to do like this? Well, it may be possible for a few days, but it shouldn't be for too long. And whatever rounds you don't chant, you have to make up after the festival's over. Это возможно, если это продолжается несколько дней. Это не должно затягиваться надолго. И все те круги, которые вы не прочитали в течение этих праздников, вы должны прочитать позже. Yeah. You can't go on like that for very long. Yeah. Это не должно продолжаться долго. Whatever round you miss, then you have to make it up after the festival. Все те круги, которые у вас потерялись и не дочитались, вы должны дочитать, когда праздники закончатся. Okay. Well, thank you very much, Guru Maharaj, for your answer. Вриндаван Лила Матаджи. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, собрав все преданные, примите поклоны, пожалуйста. А можно мне такой личный вопрос? По моей садане. Переведите, пожалуйста. Можно или нельзя? На Хари. Хари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. Can I ask a question about my personal sadhana? Yes. Вот вы даете наставление, да, вот пораньше вставать и вычитывать джапу до основной деятельности.
Мои близкие, ну вот муж полностью зависит же от меня, он укладывается очень поздно, где-то в часа два. И мне приходится ложиться рано, ложиться, чтобы в два встать. И если я, ну вот я его ложу спать, и если я уже потом ложусь спать, то я рано не встану. И я пробовала в 2 часа уже не ложиться спать, а вычитывать круги, садану свою совершать, то есть вот практиковать, читать до карма-йоги все, чтобы успеть сварить что-то, ну вот свою садану сделать. Но знаете, как мой ум, он говорит, что, ну, как бы я боюсь, что мое здоровье будет ухудшаться. Помогите мне, вот, пожалуйста, вот если, ну вот, как мне дальше продолжать вот такой вот режим дня? Или все-таки как-то изыскивать другие возможности? Хари Кришна. You mentioned the importance of sadhana and waking up early, but as I live at home and my family are not non-devotees, my husband depends on me and he stays up very late and he goes to bed at 2 o'clock at the night. But I go to bed very early and then wake up at 2 o'clock to help him to go to bed. So and when I wake up so early, I cannot then wake up early. So I tried to stay up at 2 o'clock and further and chant my japa, but my mind tells me that if I follow such a schedule, I can lose my health. So what should I do in this situation? Just keep waking up at 2 o'clock and then do all my sadhana and chanting, or how can I manage it? Yeah, I think that's okay. Wake up at 2 o'clock and help your husband take rest. And when he takes rest, then you're free. You can chant. You can do your sadhana. And you may have to take some. You may have to take some rest during the day or somewhere in the morning. You may have to take some extra rest. I don't. It depends. You should get. You know, try to get 6 hours, 5 or 6 hours sleep. Мне кажется, вы можете продолжить такую садхану, вставать в два, там, помогать супругу и затем вычитывать свою джапу и так далее. И, ну, возможно, вы сможете потом добирать этот сон, либо где-то позже утром, либо днем, так, чтобы у вас в сутках было 6 часов сна. What time does Vrindavan Lila sleep at night? Когда вы ложитесь, во сколько? Я стараюсь до 9 лечь. Вот до 9. С 9 до, ну, до 2, до часу, до 2, вот так вот, в этот промежуток я сплю. Ну, 9:30 это край, вот когда я могу лечь. Вот так, по милости. She tries to go to bed at 9 or 9:30 and then wake up at 1 or 2 o'clock in the night. Well, she needs to get at least five or six hours sleep every night. I mean, she's working all day. She's driving a car. She should have a good rest. Otherwise, it will be difficult for her. Но вам все равно нужно не меньше 5-6 часов сна набирать, поскольку вы работаете весь день и за рулем. Поэтому это очень важно все-таки иметь достаточно сна. Now you sleep earlier at night, no harm, and you get up
Why get up at 1 o'clock? Your husband's not taking rest till 2 o'clock. So you just have to be up by 2 o'clock. Почему в час вы иногда встаете, если ну, нужно в два? Или просто по-разному, да? Да, по-разному, когда просто вот я привязана к тому, как его положить спать. Ну, то есть, ну, такие вот особенности. Я заметила, что я много сплю. Ну, то есть, если я даже поднялась, легла, и, ну, просто я не встаю в 4, я не могу встать, просто какое-то проклятие, просто благословите, чтобы возможность была вставать рано утром. Как-то вот очень хочется повторять джапу утром. Because he goes to bed at different time. Sometimes it's 1 o'clock, sometimes it's 2 o'clock. But the problem is that I sleep a lot because if I woke up at 2 and then I went to bed again, I cannot get up at 4 o'clock. But I'm dreaming of chanting japa in the morning, so it's like a curse for me. So can you please bless me? Okay, Prabhu, yeah, but we'll be in touch. Yes. Can you, Hare Krishna. Yeah. Can you please give your blessings so that I can get up early and chant my japa in the morning? Well, I'm not so much worried about getting up early. I'm more worried about you taking rest early. Меня лично волнует не то, чтобы вы рано вставали, а то, чтобы вы рано ложились и достаточно спали. Mm-hmm. You take rest early, get a good night's rest, then you can get up and chant the japa. Ложитесь рано настолько, чтобы хорошо отдохнуть ночью, и тогда, чтобы без проблем вставать и читать джапу. Do you take rest in the daytime? Днем у вас получается поспать? Нет, нет, я не на маршруте, ну, на работе, нет. Ну, может быть, на машине можно прилечь, в принципе, на 15-20 минут, я думаю, мне это будет хватать. Но если вот так перестроить маршрут, просто, ну, вот режим свой, попробую так вот. 15 минут у меня есть приспать, Кришна, работа позволяет. No, but maybe I can take 15 minutes at my car, so I'll try to manage it. Look, well, you have to get 5 or 6 hours sleep. Самое главное, чтобы набиралось 5-6 часов в сутки сна. You have to take care of your health. Надо заботиться о своем здоровье. Спасибо. I don't want you to be so exhausted. Я бы не хотела, чтобы вы были такой. When you get up at 1 o'clock or 2 o'clock, you're awake all morning. Я бы не хотела, чтобы вы были вот такой выжатой, измотанной. И дальше вопрос, когда вы встаете в час или в два, вы потом не спите? Ну вот я пробовала так, не спать. И мне нормально днем, нормально. Но вот ум, он привык же спать ночью, когда все спят, ну, реально все по-другому. Просто я вот понимаю, что у меня все по-другому, не как вот в семье у меня. У меня все спят, я ночью вот джапу могу вот читать. А ложиться рано, когда у них самая, как говорится, активность. И вот как это все, гармонию вот такую вот в семье. Ну, я не стремлюсь как бы гармонировать там, их навязывать что-то. Ну, главное, чтобы моя садана не страдала вот из-за этого. Ну, у меня было такой опыт, ну, 2-3 раза. Мне понравилось, в принципе, вот, чтобы вот я ночью вставала и делала. Но ум сильнее как бы читает, что вот здоровье может пострадать. Вот поэтому я задала вопрос. I've tried it, and I can make it. I can stay up. But my mind rebels, and my mind tells me that
why does everyone sleep and I'm staying awake? And why do I have to go up to go to bed so early while my family is active? So I'm not trying to make them to live like I should live, but how can I reach some harmony in this, some balance? Well, I have to understand more about your family. I mean, what about, how, you've got children, isn't it? Yeah. Чтобы ответить, мне нужно тогда вникнуть получше, что у вас в семье, как обстоит ситуация. А у вас дети? Ну, у меня уже взрослый ребенок, 14 лет. Ну, не зависит от... А вот у меня муж зависит от того, когда укладываться, он как ребенок. Потому что инвалид. А ребенок у меня взрослый, уже 14 лет, он самый независимый. The kid is 14 years old and he doesn't depend on me, but my husband depends on me because he has some physical disability. Well, does your husband, is it when he gets up in the morning, are you there in the morning to help him get up? А когда муж встает, вы дома или нет? Утром? Да. Ну, конечно, я утром его поднимаю и делаю все, что надо, и бегу на работу. Работаю еще. Угу. Yes, she has to help him. She has to help him in the morning and then leave to work. What time does he get up in the morning? Когда он встает? Ну, мы рано встаем, ну, то есть в 7. В 7 я его поднимаю, в 7, 8, вот так. About 7 to 8 in the morning. Okay, well, it would be nice if he could be a little more cooperative. You know, you're doing so much to help him. It would be nice if he could also help you. Вы так много делаете для него. Было бы хорошо, если бы он тоже пошел навстречу и с вами посотрудничал, то есть так, чтобы вам было легче. Ну, иногда, конечно, не всегда он ложится в 2. Иногда он, конечно же, у него совесть, ну, как бы есть, и он ложится рано со мной. Это не всегда так. Sometimes he goes up, goes to bed early. It's not always like that, that I have to wake up at 2 o'clock. Okay. Anyway, we're sympathetic for you. We feel very sorry to hear about your difficulties. В любом случае, мы вам очень сочувствуем, что у вас так сложно все. Да и конечно, все сложно. Карма такая. Спасибо вам, Гурудев. Все по милости. Харе Кришна. He said, thank you. It's my karma, but it's all by the mercy. And thank you. Yeah. Okay, maybe one last question. Еще есть вопросы? No more questions. Can I ask a question, Maharaj? Yeah, okay. Thank you. We just recently conducted mantra yoga in our city, and we invited one famous kirtaniya from India on that mantra yoga, and he, after short chanting Hare Krishna mantra, he began to chant
the names of Radharani for a whole hour and in different ways. So I expressed my concern about to devotees that, but they didn't support me. Nobody supported that. So I a little bit, that's why my question came to we have to see this no appreciation when you do give some opinions or some type of service. So what is it Prabhupada is never is give us this type of practice that we can chant Ratrani's name during the hour what is it right or wrong if in mantra yoga for the new people and new people and new devotees is just going this type of chanting Radharani's name within one more. Yes, not translate to Russian. Вот недавно мы проводили это мантра йогу, и один известный киртани из Индии был приглашен на эту мантру йогу и стал после небольшого повторения Харе Кришна мантры стал повторять именно Радхарани в течение целого часа. И он это делал разными способами. Быстро, медленно, там, ну так по-разному, как так такое было представление. Шоу такое. Но я выразил беспокойство по этому поводу, но как-то преданный, никто из преданных меня не поддержал. Вот у меня вопрос, то есть Прабхупада не рекомендовал нам вот так повторять имена Радхарани, это же не наша практика, мы повторяем Харе Кришна Махамантру. Вот, но почему-то преданные не поддержали этот момент, и вот у меня возник вопрос, хотел, вот как Махарадж на это смотрит. So was this Kirtaniya, was he an ISKCON devotee? No, he's a, we can say, he lives in Vrindavan, and he, not, I can't say, no, he not, he's not, he don't, he's not a ISKCON devotee, I think. But he is always with an ISKCON devotee, he's, now he's living in Moscow, and he's living in Moscow, and he has come to Belarus, to our country, and he's coming time to time, and he's giving this type of kirtans, he makes this kirtan too. He has very nice voice and very devotional way how it's expressed, singing. It's okay, doesn't matter. He's very professional, can say, very nicely, very attractive. But this 1 hour chanting names of Radharani, I said, it's something wrong, I think. But they're not supporting me. It's certainly not Srila Prabhupada's mood. Это определенно не настроение Шрилы Прабхупады. Гуру Махарадж еще задавал уточняющий вопрос. Это преданный ИСКОН. Вот, и ответ, что нет, это просто киртания, которая общается с преданными, но не является преданным ИСКОН. So what we have to, you have to be careful about bringing these kind of people into the midst of our congregation, that it's certainly a risk to expose new people to these kind of things. Вы должны с осторожностью приглашать, так сказать, думать, прежде чем приглашать такого рода людей, киртаниев, поскольку на программу приходят новые люди. И
Это не то настроение, которое должно показываться новым людям. Srila Prabhupada did allow us to chant Radharani's name on Radhastami, one day in the year, in honor of her appearance. But generally, Prabhupada was very cautious about talking too much about Radharani. Шрила Прабхупада разрешал нам повторять имена Радхарани один раз в год на Радхаштами. А в остальных случаях он был очень внимателен к тому, чтобы не было излишних разговоров о Радхарани. So, I mean, people should be sensitive about what the people you're bringing in to chant. Поэтому вы должны учитывать и, правильно сказать, быть внимательными, в общем, к тому, кого вы приглашаете на воспевание. Вопрос, да, уточняющий. Если преданные искон говорят при встрече Радхи-Радхи, надо ли их поправлять? A little question. If искон devotees, when meet each other, say Radhi-Radhi, should we correct them? Yeah, you can correct them. You tell them Srila Prabhupada never said this. But if anybody said Radhi Radhi to him, he would simply say Hare Krishna. Да, можете поправлять и говорить, что Шрила Прабхупада никогда не говорил так. И когда его приветствовали Радхи Радхи, он отвечал Хари Кришна. Guru Maharaj, there is another question on the topic of today's lecture in the chat. Can I read it? Okay, last question. Okay. Насколько актуально сейчас для преданных уходить из семьи, так как преданные говорят, ну, это было раньше, сейчас другое время, или находят причины не уходить из семьи, жена одна останется или другие причины? В каких случаях бабу может не уходить из семьи в наше время? How proper is it for devotees to leave a family nowadays? Because devotees say that to leave family at a certain point of life, it was for previous ages. Because now it's a different time, and devotees find some reasons why not leave family. Because his wife will stay alone, or some other reasons. So, what should be the proper reason not to leave home at a certain age? Well, if there's still some need for that person, if he still has some responsibility for family members, then of course he cannot, shouldn't leave home. Если этот мужчина по-прежнему несет ответственность за свою семью, если его присутствие в семье жизненно необходимо, то тогда он может не уходить. So if there's still dependent children or nobody's there to take care, you have to make arrangements to take care of the family members before you can leave home. Потому что если некому будет заботиться о детях или о других членах семьи, необходимо сначала организовать все так, чтобы о них было кому позаботиться, и потом уже уходить. If you have the wife, then the wife should go and stay with one of the children. I'm sorry. If you have a wife,
And so you're in old age and you want to retire, you want to go to the holy place, you want to leave home, so you can send the wife to live with one of the children. А если вы уже в престарелом возрасте и собираетесь оставить семью, то жену нужно отправить, чтобы она могла жить с кем-то из взрослых детей. So you have a devotee shouldn't be irresponsible. If we have people depending on us, then we have to take care of them. Преданный не должен быть безответственным. Если на нас лежит ответственность заботиться, то мы должны продолжать заботиться. Мы не можем. Еще на эта тетка его продержала опять. Сколько времени? Повод микрофон. Okay, so you have somebody there to take care of, it sounds like. I'm sorry, Guru Maharaj, I missed it. So someone is, it sounds like somebody is there needing your attention. Похоже, кому-то как раз нужно внимание сейчас. Okay, so we will finish here. Thank you very much. На этом мы завершим. Спасибо большое. Okay, Srila Prabhupada Ki Jai. Thanks to Mataji for her translation. And you take care, Vrindavan Lila. Hare Krishna. Поклоны. Driving. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Спасибо большое. Спасибо за перевод. Примите мои смиренные поклоны. Все слава Шриле Прабхупаде. Мария, пожалуйста, завершите, пожалуйста, конференцию. Хорошо. Спасибо.